Всем доброе утро! Завтрак. У меня здесь творог, сметана, изюм, хлеб подсушенный английский и черный кофе. Я сейчас часть творога просто уберу себе на полдник, потому что порция получилась очень большая. Ну а сколько вы отложите на полдник, это уже смотрите сами. Или можете меньше сделать творога на завтрак. У меня просто уже все, надо его доедать. Поэтому сегодня так. Но это очень вкусно. И я бутербродик себе сделаю с творогом. И буду пить черный кофе. Всем приятного аппетита. Настало время обеда. Здесь у меня два ленивых голубца. Это из заготовок. Ссылочка под видео будет, если захотите. Ну, или, может быть, вы приготовите свежие. Я чуть-чуть налью воды. Масла не буду добавлять. Сейчас сковородка нагреется. Я убавлю огонь, не закрою крышкой. И буду готовить с одной стороны, потом переверну. И также под крышкой буду доводить котлеты до готовности. На гарнир сделаем салат. Здесь у меня салат айсберг. И здесь у меня морковь по-корейски немного. Салат перемешали немножечко. Посыпем травкой. Здесь у меня орегано. И котлетки наши должны быть готовы. Они у нас получились прям паровые. Из-за того, что мы налили воду, а не масло. Вот такой вкуснейший обед мы с вами приготовили. Очень все просто и хорошо. Выручают такие заготовки. Обязательно делайте. Ссылочку на заготовки я оставлю внизу. И также на плейлист заморозки. Смотрите, какая большая порция. И все очень вкусно. Приятного аппетита. Вот такой сегодня перекус. Это творог, который я отложила с завтрака. 3 грецких ореха и мандарины. Еще у меня зеленый чай. Всем приятного аппетита! Пришло время ужина, и у нас салат. У меня здесь салат айсберг, корейская морковка и сыр. Вот сыр, смотрите, на мелкой терке. Тут всего 15 грамм сыра, а визуально будет казаться его больше. И именно на мелкой терке это делаете. Вот видите, целая шапочка такого сыра, это будет придавать салату и пикантность, и намного его сделает вкуснее и сытнее. Всем желаю похудеть, привести себя в порядок и выглядеть так, чтобы вы себе нравились. Всем пока-пока!